Та-дам! Всем привет и здрасте! Наверняка вы удивлены, потому что, судя по всему, я понимаю, что это видео выйдет тогда, когда вы будете все сидеть дома, в самоизоляции, может быть, кто-то на карантине, если успел побывать за границу, ну или поконтактировал с кем-то. А мы с вами сегодня будем танцевать. Танцы! Вот, собственно говоря, частично эту хореографию я давал начало на классах своих, в танцевальной студии Модул 357. Вот сегодня я решил до конца ее дать. Если у вас хватит выносливости дослушать меня, то мы начнем. Итак, что касается общей направленности относительно хореографии, старайтесь следить за техническими моментами, связанными с теми, где-то я делаю мягкое начало, где-то я делаю жесткое начало, возможно, где-то какие-то неровности, то есть это не грувовая хореография по типу сильных долей, раз, два, три, четыре и так далее, когда мы просто качаем. Вот. Ну и начнем. За такта начинаем. Мы левую руку ставим в это положение, и я надеюсь, что для вас она будет левая, потому что будет наверняка все-таки она для вас с правой стороны, но тем не менее. 7-8. 7 и 8. Отсюда я делаю такую штуку. Руки у меня уходят вниз, удар. И дальше показываю на себя, на себя. Я сделал 7 и 8. Отсюда, уходя вниз, руки мои открываются. Нога у меня, ноги открываются, весь тело приносится на правую ногу. Я начинаю перемещаться к правой ноге, к своей, и постепенно уводить. Корпус переношу в эту сторону, рука уходит в противоположную. Удар, и дальше я делаю кач. Кач, да? На второе движение руки голова у меня делает сюда. Это будет движение жесткое, поэтому, ну, то есть ориентируйтесь на бит, мягко, бит, мягко, бит. Что касается рук, удар, кач, бит. Вместе с ногами, с руками, удар, кач, бит. После этого я наступаю на левую ногу, так микрофон не упал, вот, в это положение, и прихожу сюда, и переношу из тела, бит, ударяя запястье в это положение, и голова у меня плавно начинает двигаться наверх. Угу. Начнем отсюда. Раз и два. Степ. Цик, цик, клик. Что касается рук, сейчас мы с вами еще этот момент разберем. Удар. Вот. И теперь мне нужно сделать здесь правое плечо, левое. В момент постановки левой ноги, да, то есть я сделал шаг, теперь я ставлю обратно, и мне нужно плечом выдавить себя. Плечом начинаю заводить левое. И в это положение, и дальше отсюда хлоп, прихожу в это положение и поднимаю голову наверх. Начало. 5, и 6, и 7, и 8, и бум, тик, клик, степ, тик, тик, клик, и... Вроде получилось, давай еще раз. Я вроде запомнил, вот оператор тоже учит, и все мы запоминаем. 7 и 8, и бум, тик, клик, степ, тик, тик, клик. Дальше следующее движение, жестко, представьте, что порвалась гитарная струна, и бум, должно быть такое движение. Руки, делаем вот такое вот вейвообразное движение. Сереге Курмелю привет, за его пап, приходите на его занятия обязательно. На Таганку занимается, по-моему, на белорусский сейчас не ведет, но обязательно ходите на пампинг, потому что база – это наше все. Вейвинг, в это положение, двигаемся и переносим себя вот в такую вот конструкцию. Ну, то есть, по сути дела, по факту, это волна, которая переходит у нас из правого запястья в правое колено. Таким вот образом. Мы с вами были вот в этом положении, мы уже с вами на левой ноге, и мы еще больше довыстреливаем. Бум! Та! То есть, если бы, например, эквивалент базового движения, то это было движение, бум, движение, движение, бум, движение, бум. Бум! В это положение. И дальше отсюда, в это положение, хлоп, резко переходим в это положение. То есть, голова наверх, резко рывок, бум, и в бит переходим сюда. После этого руки работают от плеча, как пейс, локинг, база, отталкиваем, это будет на вокал, бит, дальше у нас два баса идет в ногах, левая, правая, и на правую ногу начинаю плавно переносить весь тело и раздвигать руками, да? 3-4, немножко микрофон, степ-степ, в это положение, идем сюда. Отсюда, после этого, переходим вниз, ваши руки как будто что-то схватили, чуть выше, вниз, чуть выше, ноги, пятки в это положение, чуть выше и в это положение, да, соответственно, бум-бум-бум,
3-4. Вниз. And up. Здесь пауза обязательно. Стаккато восьмая. И после этого в сильную долю. Бум. Выбиваем. И делаем отсюда такую штуку. Кик, степ, степ. Недаром я прям медленно делаю кик. И отдельно степ, отдельно степ. Очень важно, чтобы вы его не замазывали. Но в то же время это должно быть аналогично, как будто бы такому фаршлагообразному. Прым, да, прым. И там будет прррррм, такое типа скрипичное такое, я не знаю, музыкальное движение вверх. И мы должны его ногами с вами показать на письме. Итак, мы были здесь, в этом положении. Давайте еще разочек. Степ-степ, ца-ца-ца, выбиваем. Отсюда правая нога у нас идет вот таким вот образом. Да? Это очень движение похоже на хаус, скейт. Вот есть такое базовое движение, очень похожее движение, как будто бы по кругу. Итак, мы выбиваем левой правую. Руки у нас просто помогают. Чисто, да, то есть создает инерцию дополнительную. Степ, в это положение дальше кик, степ, степ, перехожу сюда. Из соображений стабилизации, равновесия переношу свое тело вот в такое положение. Итого у нас получилось. Супер медленно, сначала сверем, соединим. 5, 6, и 7, и 8, и бум, тик, та, степ, тик, тик, клик, а, бум, тик, степ, степ. Ца-ца-ца, бум, ца-ца-ца. Ну, вроде сошлось. Давай еще раз сначала. 5, и 6, и 7, и 8, и бум, тик-ца, степ, тик-тик, клик, а, бум, ца, цим-цим, ки-ки-ки, бум, ца-ца-ца. Ну, на самом деле, честно говоря, взял быстрый темп. Я последний, если честно, сегодня уже никого нет в студии. Хочется, как говорится, чтобы вы после всех этих классов, хотя, наверное, вы будете учить не все классы сразу, но тем не менее. Ладно, давайте супер медленно и пойдем дальше. Пока под музыку не будем делать. Или сделать. Как ты считаешь? Вот ты, который смотрящий. Да? Хочешь сделать под музыку эту часть? Ну ладно, тогда сначала еще раз медленно, ускоримся, а потом под музыку. Я слышу тебя. Да, 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 тебя. Здесь должно быть укрупнение, укрупнение, укрупнение на монтаже. 5, 6, 7 и 8. И раз, и два. Степ. Тик, тик, клик, а, бум, та, тум, тум, та, 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 тум, та, та, та. В это положение. Окей. Это не конец восьмерки, то есть это не будет 7-8, это будет немножко в другой счет, но тем не менее мы здесь становимся, потому что здесь логично, следующая у нас движуха пойдет, скажем так, немножко с другой технической базой, поэтому мы здесь. Чуть быстрее, а потом под музыку. 6, и 7, и 8, и бум, тик-та, бум, тик-тик-тик, а, бум, та, тум-тум, и тик-тик-тик, тум, та-та-та. Это был темп. Магическим движением руки мы достаем что? Пульт управления. И делаем вот так. О-о-о, как громко. Это за такт. Раз, два. One more. Так, у нас получилось, да? Момент вступления. 7 и 8. Мы оставляем руку, но при этом корпус можно танцевать, да, продолжить это движение, потому что это за такт. Скажем так, поскольку у нас музыка идет из одного динамика, скорее всего, композиция была стерео разбита, где-то там не так, может быть, очевидно будет слышно. Если вы будете слышать в наушниках, вы точно услышите вот эту штуку. Так что, ну, если вам интересно, можете послушать. Здесь, по крайней мере, не так отчетливо это слышать. Скорее всего, вы будете этот звук слышать для себя. Поэтому оригинальная композиция, которая наверняка будет указана человеком, кто будет редактировать это видео. А мы возвращаемся и еще раз попробуем с вами потанцевать это под музыку. Поехали! Когда же это закончится? Сидит оператор. Все записывается. Ooh.
Мне кажется, хватит. Захотите, поставьте на паузу и сделайте еще раз. А мы движемся дальше. Медленно сначала добавляем. Сейчас магическим движением руки. Убираем, чтобы не мешалось. И движемся дальше. 5, 6, 7 и 8. И раз. I've got this. Ту-дун-та, тум-бум-бас. Бит, степ, степ. Бит, 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 бит. Трам. Это скрипки у нас, да? Струнно-смычковые. Бу-бу-бум. После этого я начинаю разворачиваться. Вот здесь момент, да? Тогда, когда я вам говорил о том, что следите за теми вещами, которые мы делаем мягко, которые делаем жестко, вот как раз это тот момент. Там будет два баса. А, вообще, честно говоря, конечно, чтобы бас зазвучал, за него нужно дернуть достаточно хорошо. Это плотные струны. В классическом понимании 4 струны тяжело достаточно нажимается, поэтому, ну, по большому счету же мы что делаем? Мы пытаемся найти аналогию движений, которая бы энергетически, либо, ну, в каком-то смысле, да, с точки зрения ощущения было сопоставимо со звуком. Да, мы делаем, если это бум, тыщ, бум. Бит – это более жесткие движения, вокал – более мягкий, бас. Вот здесь хотелось его с эстетической точки зрения, чтобы нам, ну, скажем так, передать некоторые нюансы эстетические, чтобы мы здесь после ту-ту-ту супер жесткого перешли контрастно на мягкие движения. Что мы делаем? Руки. Давайте руки разберем. Мы двигаем правой рукой под левое водоположение и дальше поднимаем наверх. Сюда. Еще разок. Ту-ду-дум. Равновесие. Мягкое движение. Мягкое движение. Да? То есть раз, два. Грубо говоря, вместе с ногами у нас получается вниз, вверх в это положение. Да? То есть первое движение я прям даже в левую координату, вот здесь с этой стороны, еще по игреку вниз ухожу. Вниз, вверх. После этого что происходит с руками? Хлоп. И начинаю разворачивать руку в это положение. Еще разочек был здесь. Бит. И плавно разворачиваю кисть. И в самом конце, перед тем, как ее выпрямить до конца, хлоп, открываю сюда. Cross open. Получается, да, ладошки, вот видите, у меня таким образом. То есть, внутренняя сторона смотрит наружу. Вып-пам. Оп, проверили. Вот, внутренняя. Разворачиваю в конце. Клик. And да. Угу. Это будет бит. Слово, слово, оно же с битом будет соединяться. Еще раз слово, слово. Окей, мы с вами пришли в это положение. Здесь у нас стандартная позиция, полупалец, да, вся стопа, ноги согнутые. Напоминаю о том, что у нас выпрямляются ноги совершенно в редких и в исключительном случае. Поэтому старайтесь, особенно если вы подпрыгиваете, да, за исключением того, что вы на самый верх, когда идете, приземляться на прямые ноги не рекомендую, если вы хотите так же долго, усердно и с любовью танцевать. Ушли наверх. Вверх, отсюда, выпад, да, левая нога открывается, внутренняя часть бедра у нас параллельно плоскости зеркала, в данном случае в фокальной плоскости объектива, отсюда разворачиваем и делаем отсюда хлоп в этот момент, и, это положение, еще разок, вниз, наверх, бит, слово, оп, слово, слово. После этого подставляем правую ногу к левой ноге, идем отсюда, локтями вниз и корпусом. Бум! В это положение. Схватились и чик, подтянулись. Это будет как бум, ца-ца, 3-4. Бум, ца-ца. И здесь, видите, открываю, да, чтобы у меня ноги такие не были, в это положение. После этого руки делают. Касаются. Помойте обязательно руки перед тем, как касаться. Открываете и закрываете. Еще раз. 3-4. Цик, цик, цик. Совершенно сухо, отрывисто и, ну, скажем так, да, разделяете движение. Па! Таким вот образом. Итак, у нас получилось вниз, наверх, бит, поворот, точка, мягко, мягко, бит. Пум, пауза, отрывисто и точка. Да, старайтесь, чтобы здесь сильно не закрывать лицо, можно его немножко перекрывать, но, по крайней мере, один глаз у вас должен быть на себя. Ну, если вы с зеркалом работаете, или, по крайней мере, чувствуете, что вы зрители даете возможность хотя бы один глаз увидеть, чтобы у вас такого не было. Еще раз, 3-4, дам, клик, и оп, энда, бит, ца-ца, пум-пум, и. Отсюда мягкие движения, посольше, по большому счету, мы хотим немножко продвинуться, но здесь в рамках сегодняшнего класса я буду стараться оставаться на месте, чтобы вам было удобнее, и мы не меняли фокусировку объектива, который у нас в ручном режиме сейчас работает. Движемся дальше. В этом положении. Мы начинаем с вами на правую ногу работать, на левую и правая, левая степ.
в это положение, да? Конечное самое движение, я закрываю стопы, я не знаю, будет видно, не видно, оп, таким вот образом, да? То есть подчеркиваю это движение. Step and step and step, step, close. Движение вот этого формата, это у нас движение gospel step, так называемое, да? То есть тогда, когда мы не особо сильно перемещаемся, и руки у нас, например, заняты тем, что они на микрофоне, наверняка вы видели в каких-нибудь церковных вот таких вот сценках, назовем так, где поют gospel, где поют какие-то связанные с церковью песни. И вот в этом случае вот такая вот штука очень сильно популярна, она у нас характеризует сильные доли. И, по сути дела, дает возможность визуальную какую-то картинку составить параллельно вместе с тем, как люди поют. При этом, чтобы они очень сильно, большую часть своего внимания, так сказать, все равно уделяли вокалу. Итак, у нас получилось. Мы сделали с вами цик-цик-и. После этого руки идут к паховой области. И выбиваем, выбиваем. И свободные руки на правую, на левую. Оп, здесь поднимаем руки в это положение. Угу. Еще разок. Цик-цик-и. Вверх и вверх и step, step, кик в это положение. Отсюда, что у нас происходит? Вытягиваем правую ногу назад, левую у нас также немножко в выпаде, в это положение. И руки работают. Удар, касание и затягиваем. 3-4. Удар, точка и затягиваем. И еще разочек, приготовились. А, вот нам сигнализируют, чуть-чуть назочек, назад, 3-4, удар, касание и затягиваем. Еще раз, 3-4, удар, тик, наверх сюда. После этого я еще сильнее сажусь, за что-то хватаюсь, клик, в это положение и начинаю вытягивать. То есть руки наверх, сюда, от себя, были здесь, наверх, к себе и рикошет в сторону, в это положение. Заполняем. 3-4 и вниз, наверх и в это положение. Ну, здесь можно, на самом деле, всю стопу сильно прям, не, как говорится, переносить весь тело на правую ногу, потому что с нее придется шагать. Если вдруг вам тяжело и непонятно, представьте, что вы выдавливаете левой ногой правую. Это то, что будет дальше, а дальше у нас происходит такая ситуация. Cross open. Касаемся левой рукой, тянем даже, не касаемся на всякий случай, и ставим ее в это положение обратно. То есть у нас получается вот такая вот ситуация. Ну, давайте немножко назад вернемся, просто чтобы было удобнее. Мы уже сделали вот эту конструкцию, ударили вниз, ТНТ, и вот с этого места шаг. Шаг и степ, степ, точка. Здесь можно немножко головой дотянуть, потому что будет пауза, да, ее нужно немножко заполнить. Удар и вниз, вверх и дальше. Те руки, которые мы с вами разобрали, мы шагаем назад и делаем цик-цик. Можно цик-цик, сделать неважно. Пересеклись, вниз, да, тянусь, степ. И отсюда дэнс-холльное движение и тянемся, как будто бы... Я не буду трогать губы руками в силу определенных обстоятельств, но мы тянемся, чтобы как будто бы закрыть. То есть у нас получится такая вот ситуация. Кросс. Open, touch, step and whoop, в это положение. И отсюда beat в эту точку. Окей, давай еще разочек. Step, step. И вниз, вниз, pause. Удар. Точка и клик, клик. Ца, ца и цу-цу-цу, ца. Beat. Еще раз. Тик-тик и воу, воу. Step, step, клик, бум. Ца, бум-бум, тик-тик-тик-ти, оп, бит. Как вы заметили, здесь пауза, бит. Да, мы немножко разогнались, стараемся успеть, чтобы всем было, по крайней мере, доступна информация, что в данный промежуток времени, который у нас есть, мы успели все до конца записать. Ну что, попробуем соединить? Нет, да, давайте пройдем дальше, потому что легко дальше. Мягко, там будут такие скрипочки, и мы мягко, без акцента, начинаем делать сверху, посмотреть, в правую сторону, назад и в левую, да, движение тазом, оп, в это положение, да, это обычный ролл, вы можете его в качестве разминки использовать, еще что-то, честно говоря, движение ближе к паппингу, ко всяким вот таким вот темам, вот, поэтому с удовольствием, еще раз напоминаю, Серега Курмель, ходите занимать, да ко всем ходите заниматься, и хаос, и дэнс-холлом, и... С трипластикой. Таз. Здесь подставляю ногу, открываю руки и отсюда делаю такую штуку. Вниз, к себе удар и руки идут сюда. Угу. То есть у нас получилось после клэпа. Таз. И отсюда вышагиваю левой ногой назад. Бум-бум. И в это положение. И подставляю правую ногу. Вместе с этим делаем
Это я тоже позаимствовал из дэнс-холла. Вот такое вот движение. Бэй, 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 бэй. Вот так вот делаем. Окей, окей. 3-4. Оп. Бум. Сначала руки. Удар. И теперь сюда. Обшибся. 3-4. Таз. Бум. Та-та. Бэй. В это положение. Еще раз. 3-4. Таз. Воу, клик-клик, в это положение. Но осталось совсем немного, мы делаем отсюда два движения на правую ногу, на правую, левое, правое. Это будет как баунс, баунс, степ, степ. Руки работают к себе и просто продолжают типа йоу-йоу, как заполнение некое. Бум, бум, степ, степ. Продвижение чуть сильнее, потому что оно длиннее будет. Бум, бум, степ, степ. Ну, главное, чтобы вы почувствовали там бит, вокал и движение к чему относится. Ну что, попробуем с вами соединить. Давайте с нашей части, потом с самого начала. И воу, воу, and tick, 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 boom, click and boom, boom, ца-ца и ту-оп, бит. Плавно, воу, boom, boom, hey, и та-та, step, step. Вроде получилось, давай с самого начала, пока не торопясь, чтобы вы запомнили. Если что, нажмите на паузу, отмотайте назад. Вот таким вот образом поступим. Ну что, погнали. 5, 6 и 7 и 8. И раз. Тум-да, тум-ту-ду-да. И бум. Та. Тум-тум. Та-та-та. Тум. Та-та-та. Мягко, мягко. Бит. Бит. Слово, слово. Бит. Бит, бит. Слово, слово. И воу. Воу. И мягко, мягко. Клик. Бум, хей, бум-бум, тик-тик-о, ту-ду-ду-ту, бит, мягко, воу, клик, о, бейб, и та-та, степ-степ. Разогнались немножко под конец, сам, честно говоря, не очень люблю, когда на классе кто-то так делает, так что исправляемся, еще раз медленно, 5, 6 и 7 и 8 и бум, та-та-та-ту-ду-да, и бум, та-тум-тум, и ки-ки-ки-тум, та-та-та, и тик-тик-клик, и тум-там-там, бум, ту-та, тик-тик-клоус, мяк-мяк, и степ-степ, точка, бум, эй, бум-бум, ца-ца, бум-бум-бум-бум, клик, бит, плавно, хей, тум-тум, плавно, и хей, хей, степ-степ. Вот такая вот легкотня. Ну, ладно, договорили, хорошо, хорошо, давайте подсчет чуть быстрее, и после этого уже попробуем под музыку. 5, 6 и 7 и 8 и бум, цанда, тум, ту-ду, клик, а бум, та, тум, тум, тик, тик, тум, та-та-та, и тум, тум, клик, и воп, тик, тик, бум, та-та, тик, тик, и воу, воу, и тик, тик, клик, и бум. Та, бум-бум, тик-тик, а ту-ду-ду, пауза, бит, плавно, хей, тум-тум, хей, и та-та, бум-бум. Мне кажется, настало время для того, чтобы включить музыку, чем мы с вами и займемся. Погнали! Окей, надеюсь, вы поняли, что да, у нас тут это место бит и слово baby. Угу. Погнали, давайте еще разок другой, может уложится, и мы двинемся к третьей части.
Почему нет? Микрофон нам говорит, давай дальше. Вот. Если что, отмотайте, пройдете под музыку. Надеюсь, все получилось. По крайней мере, два раза мы с вами прошлись. Ну что, погнали дальше. И раз, два, три, раз, два, три. Ну, собственно говоря, мы движемся к третьей части. Если, скажем так, у вас существует некая сложность и с дискретной так называемой хореографией, где очень много мелких деталей, нюансов, настоятельно рекомендую вам походить и взорвать себе мозг на занятии у Андрея. Наверняка он, да-да-да, он уже записывал урок уже, я знаю, что уже выйдет у него занятие. Вот, обязательно сходите к Никите Горбунову, обязательно сходите к Любе Гаврилец. Это, ну, скажем так, основные такие направления, наверняка, дай бог, кого-нибудь, может, забыл, не забыл, но тем не менее, кто дает именно это направление достаточно грамотно, четко, как мне кажется, по достаточно понятному и в то же время стрессовому пути дает эту информацию. Поэтому настоятельно рекомендую походить к этим преподавателям и, ну, скажем так, challenge yourself. Good. Ну что ж, мы движемся дальше. Мы с вами закончили на двух движениях. Бум-бум, степ-степ. Ну, вообще-то бум-бум, степ-степ. Это четыре движения, не два. Ну, ладно. Окей, движемся дальше. Начинаем с вами теперь дробить. Вдохните, выдохните. И напоминаю вам о том, что при особом желании, если у вас очень сильно не будет получаться хореография, вы можете за 600 рублей заказать куклу Вуду, которую я сделал сам, зарядил. К ней дополнительно в подарок идет 3 иголки, все дополнительные за 100 рублей иголки. И если вам что-то не нравится, вы можете мне отомстить. Так что обращайтесь. Мой телефон или Инстаграм, или социальная сеть наверняка укажется, не укажет, вы меня найдете. Дэнни Мув вот в Инстаграме, так что обращайтесь и возвращайте долги. Окей, бум-бум, степ-степ. Дальше мы отсюда делаем дважды на левую ногу, да? Ха-ха-ха, такую штуку. И рукой немного помогает. Внутрь, наружу, внутрь, наружу. И три, четыре. Ца-ца-ца. Отсюда резко, оп, вниз. Дальше степ-степ. Подставляем ногу, да? То есть я делаю степ. Как бы очень похожее движение, которое, кстати, мы закончим. Я его очень сильно люблю, мне очень нравится по ощущениям. Но здесь я подставляю ногу. Окей, у нас получается ца-ца-ца и ти-ди-ди-ца в это положение. Здесь можно в этот момент ти-ди-ди-ца немножко еще потянуть. Ну, то есть очень похоже. Хей, 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 бу-бу. Серега Заборщиков. Обязательно приходите, качайте базу. Вот меня кто-то спрашивает, кто, кому базу походить. Серега Заборщиков. Класс. Йоу, йоу, йоу. Это каш. Все сели, все встали, все с нами руки вверх подняли. Серега Заборщиков качает классно. Хип-хоп база. Йоу. 7, 8. Ца, ца, ца и ци-ди-ди, ца. Отсюда после этого я беру левой рукой, как будто бы за что-то взял, представьте, может быть, стол, и подтягиваю себя, хлоп, в это положение вниз. Ца, ца. В это положение. Окей? Вроде бы да. Клик, клик, клик. И ти-ди-ди-ца. Бум-бум. Есть. Так, сейчас мы вспомним, что будет дальше. Поехали. Дальше. Итак, мы сделали. Клик, клик, клик. И ти-ди-ди-ца. Бум-бум. После этого берем правую руку, как будто бы в диагональ, и поднимаем хлоп в это положение. И отсюда тик, берем за локоть. Вроде все прошло успешно. Немножко тело забыло, а, как говорится, всегда опираешься на тело. Раз, и два, и три, и на фо, и пять, и шесть,
и в это положение. Давай еще раз. Три, четыре. Раз, и два, и три, и на фо, и пять, и шесть, и. И отсюда будет движение вот таким вот образом направлено, да? И воу. То есть внутрь руку и переводим ее в это положение. И у нас будет эй, воу, это положение, да? Немного себя, воу, подняли в такое положение. Тик-та, тик-та, и бум-клик. В это положение. Окей? Давай медленно еще разок. 7 и 8 и. Раз, и 2, и 3 на фо, и 5, и 6, и 7, 8. Еще раз. 3, 4. Раз, и два, и три, и на фо, и пять, и шесть, и семь, восемь. Чуть быстрее. Ца, ца, ту, 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 ца, 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 и ту, ца. Три, четыре, и ца, ту, ца, и ту, 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 ца, ту, ца, ту, ца, и ту, ца. Вроде получилось. Здесь можно палец, можно круг, как вам нравится. И дальше начинаем как будто бы оборачивать руку. Я не знаю, представьте, что это бумага для запекания. Вам нужно завернуть, ну, чтобы это хорошо пропеклось. Три, четыре. И немножко уходим в это положение. Дальше отсюда делаем такую штуку. Руки. И наверх. Да? Эй, воу. Энда. Поднимаемся наверх. Опять, как и в том случае, на первом движении мы уходим чуть вниз. Поднимаемся наверх. И дальше голова отдельно. И. Окей. Три, четыре. Цум. Цум. Клик, клик. И. И отсюда будет пум. Пум. Два движения. Хей. Хей. Воу. Воу. То есть первое движение вы оттолкнули себя, замахнулись, оттолкнули себя. Угу. Ну, давайте сначала попробуем, по ритмику пройдет. Три, четыре, и раз, и два, и три, фо, ага, ага, и бум, клик, энца, клик, клик, и хей, хей, да, хей, хей, в это положение. Угу. Вроде сходится. Да, сейчас попробую гармонически еще вам попеть. Три, четыре. Вроде сошлось. Давай еще раз. Три, четыре. Та-ра-ра, ту-тум, ца-ту-да, ту-да, ту-тум, ца. Та-ра-ра, ту-тум, ца. И та-ра-ра. Отсюда хлоп, соединяем, да? Хей, хей, и соединили. Дальше движение у вас должно быть, как будто бы вы начинаете волну, и хлоп, приводите сюда. То есть что-то приходит в ваш корпус, и бум, в это положение сюда. Соединили и ударяемся в корпус, и что-то это как будто катализирует волну. Бум! Клик! В это положение. И отсюда сразу же бьем ногой в пол, и руки идут наверх. Хлоп! В это положение. Угу. Давайте еще разочек. У нас получилось с вами вот такая конструкция. И удар вниз. Точка! Оп! В это положение. Есть. И отсюда мы разворачиваемся и ударяем корпус, чтобы он двигался вперед. То есть тянем. Оу, в это положение, да? Эй, база. Эй, хоп, бум, клик. Вроде сошлось. Руки, которые у нас ушли наверх и потянулись, здесь я ударяю и. То есть они прошли, и я бум, к себе их ударяю в это положение. И у нас получается с вами вот такая вот незатейливая штука. Раз, два, и три, фу. И отсюда пошел. Пять и шесть, да? Тик-тики-тик. Опять же у нас хей, хей, хей. Это, кстати, больше хаусовый шаг. Стас Алехин, ходите на хаус. Окей. У нас получается с вами после удара руки идут в область паха. Да, они могут, например, могут здесь становиться, могут здесь. Ну, то есть можете танцевать, как вам по ощущению нравится. Хей, хей, хей. Но единственное бы, что я посоветовал немножко вымогать плечом, да? Окей, удар и ца-ца-ца. И отсюда плавненько мы делаем. Мягко, мягко. Можно чуть наверх выползти, можно чуть вниз, можно здесь остаться, но это будет мягко, мягко. Окей? Ритмически, ну давайте пока супер медленно, но более-менее пытаюсь пропеть сначала. Добавили небольшую часть. Три, четыре, и. Раз, и два, и. Три, и на фо. А пять, а шесть, и семь, восемь. Раз, два, а три, и. Цик, цик, удар, и на. Бум. Хей, и шаг, и шаг. Может быть, не сошлось, может быть, не получилось, может быть, я что-то не так сделал. Поэтому еще раз. Три, четыре.
Ца-ца-ца. И. Ци-ри-ди-ца. Клик-оу, клик-оу, и. Бум-па. Мяк-бум. Клик-клик, и. Хей, хей. Удар. Ца. Отсюда. Тач. Бум. Оу. И хей, и хей. Ну, давайте чуть побыстрее, а потом добавим и дойдем уже до самого конца. Совсем немножко осталось. 5, 6. И ти-ри-ри-ти-ти-ца, ти-ри-ти-ри-ти-ти-ца, ти-ри-ри-ти-ти-ца, и ти-ри-ри-ти-ти-ца, и ти-ри-ри-ти-ца, и ти-ри-ри-ти-ца. Мягко ты забыл до этого медленно показать. Теперь не забыл. Теперь сделал. Теперь все есть. Ти-тик. Давай еще разок. 3, 4, и ага, и оу, а, ага, ага, и оу, а, ага, ага, и оу, а, и ха, ха, и оу, а, ха, 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 и оу, а, и ти-ри-ри-ри-ца, ти-ки-ти-ри-ри-ца-ца. Давай еще раз, я почти запомнил. 3, 4, и ти-ри-ри-ти-ти-ца, ти-ри-ти-ри-и-ти-ца, ти-ри-ри-тик-тик, а, и ти-ри-ри-и-ти-ца, и ти-ри-ри-ти-ца, ти-ри-ри-мягко. Супер простая часть осталась, последняя. Очень много будет ног, вот, от рук мы устали, давайте соблюдать, как говорится, баланс, поэтому погнали. Выбиваем левую ногу, делаем падабуре и небольшой типа перенос вес тела, слайд на левую ногу, еще раз в левую сторону. То есть выбили, степ-степ, слайд в это положение. Угу. Еще раз 3, 4, бум, тик-тик, хей. Ну, вроде бы так. Что касается рук, то я бы здесь двигался из соображения, ну, соответственно, танцевал и двигался в плане рассуждений с точки зрения удобства. То есть постарайтесь, может быть, вы найдете такую штуку, может, вы так сделаете, может, вы просто акцент сделаете из соображения того, как вам просто удобно. Поэтому после того, как вы сделали мягко-мягко, начинайте здесь включать свое воображение и свой танцевальный онтогенез, опыт свой, что вы помните, что знаете, используйте. Удар, степ, степ, хей. И отсюда делаем кач и степ в это положение. Переносим ногу, степ, микрофон. Переносим ногу, степ, и плавно поднимаемся в точку. Может считать, что мы до конца дошли. Здесь мы похлопали. Вот. И давайте еще разочек. Итак, мягко, мягко, степ. Левую ногу выбили, падабуре, перешли. Дальше. Кач, степ, степ. Мягко, степ. Переносим точку. А дальше после этого вы можете любой импровизацию забить. Вообще напоминаю вам о том, что импровизировать или в принципе, да, танцевать что-то свое, это очень полезно, важно. И помимо того, чтобы в принципе свое воображение развиваете, вы таким образом усваиваете новые варианты, ну, какие-то вариации движений, степы, будь то там дэнс-холл или еще что-то, либо базовые какие-то движения, либо в принципе движения из хореографии. То есть по какому принципу наше тело запоминает? Все, что новое, психологически мы всегда говорим: нет, не надо, у нас все свое, пожалуйста, не надо. Не будем запоминать. Поэтому что мы делаем? Мы его обманываем. Мы начинаем танцевать свои движения, которые находятся рядом с теми движениями, которые у нас только что к нам пришли из класса, из объяснений или еще откуда-то. Вот, поэтому, по большому счету, импровизируйте. Это позволяет вам как раз, да, ну, тело-то помнит, вот эти движения, это вроде наши, а рядом, может, тоже наши. Ну, когда и запомним их. Вот поэтому рекомендую. Отличный прием психологический. Вот, обязательно это делайте. Ну, помимо того, что это очень полезно, развивает воображение. И, в принципе, разговаривать со своим телом тоже иногда нужно. Особенно, когда вы на карантине, сидите дома, и вам делать нечего вдруг, если... Погнали! Ну, собственно говоря, давайте мы сейчас со второй части полностью пройдем. Сначала медленно, потом ускоримся. Наболтал я вам, давайте-ка еще раз последнюю часть. Погнали! Итак, у нас получилось с вами. Мы пришли в эту... Эй, выбили, степ, степ, слайд, тики, тик, воу, степ, энда, и любое движение здесь можно уже потянуть, поплавать, еще чем-то запомнить, заполнить, заполнить-то обязательно, да. Окей, давайте со второй части, ну, с третьей части, да, с нашей дискретной.
Соединим медленно. Три, четыре и. Тик, тик, тик и цан, ца. Цин, дзи, цин, дзи и цан, ца. Ца-ра-ра, цан, цам. А, и ца-ра-рам, и цан, цам. И ци-ри-ри, ца, 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 ци-ри-ри, цан, цам. Ци-ри-ти-ти, ца, ца, ци-ри-ри-ти, цан, ца. И бум. Да, напоминаю, что степ. И дальше мы с вами должны не просто вот так пройти, а немножечко развернуться сначала бедром, ягодицу туда вкручивать, а потом корпус. Это дает большую динамику. Ну, вроде сошлись с третьей частью. Давайте ее ускорим и соберем с самого начала. Хотя предлагаю только третью часть делать под музыку. Тоже будет полезно. 5, 6 и 7, третья часть, 8. И ти-ри-ри, там-ца, цара-цара, и там-ца, цара-ра, цум-цум. А, и ти-ри-ри, и там-ца, и ти-ри-ри, там-ца. Ти-ри-ри, мягко, ти-ри-тик-ти, а, и цара-ра, цам-ца, и оп! И любое движение, заполнение, фристайл. Ну что, попробуем эту часть под музыку сделать? Чем бы и нет. Текс. If you can't hold it, life is but a dream that you manifest it slowly. So fuck a fantasy, this your motherfucking moment. Hey, it's your motherfucking moment. Hey, it's your motherfucking moment. Life is but a dream. Here we are inside of me. Should I walk? Так, микрофон меня немного сбил, а я чуть ли не напортачил и не накосячил вам. Еще раз. It's your motherfucking moment. Ну все, давайте предлагаю еще один раз. Вроде у нас статистически получится, как говорится, точно станцевать. Эту часть под музыку, после этого соединяем с самого начала, медленно ускоряемся и также все пройдем. Мне кажется, вроде все получилось, погнали. If you can't hold it, life is but a dream that you manifest it slowly. So fuck a fantasy, this your motherfucking moment. It's your motherfucking moment. Да, вроде все хорошо. Давайте медленно собирать с самого начала и, собственно говоря, все это суммировать и закругляться. Погнали! 5 с самого начала. 6 и 7 и 8 и бум. Ага, а, у-у-у, и бум. Ца, бум-бум. И ага, раз. И на два, а три, и фо, и а, ага, бит, 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 и восемь, и раз, два, а три, и фо, пять, шесть, а семь, эйти, а, дум-дум, и бит, мягко, бум, клык, а, бум, и ца, ца, бум-бум, ца-ра-ца, бум-бум-ба, бу-бу-бу-бу, и цам-ца, ца-ра-ра, бум-бум, а, и ца-ра-ра, и воу-воу, и ца-ра-ра, бум-ба-пам, бум-бум-бум, мягко, бум-бум-пам-пам, эй, ца-ца-ра-ца, воу, клик, and up, и плавно поехали. Опять я ускорился в конце.
тороплюсь, меня торопят. Поэтому еще раз, но медленно. Поехали. 7, точнее 5, 6, и 7, и 8, и бум. Ага, оу-у-у-у-у, и бум. Ца-цум-цум, ки-ки-ки, бум. Ца-ца-ца, and цум-цум-клик, and воп. Ага, бум, клик-клик, бум-бум, и мягко. Мягко. И step, step, click, boom, click, and whoa, whoa, ta, ta, whoa, boom, 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 и boom, hey, boom, tick, hey, boom, and ta, ta, tick, tick, ticky, tick, and zoom, da, to, do, и tam, da, ta, ra, ra, boom, boom, ah, и ta, ra, ra, и tam, ta, di, ti, di, di, bam, and da, ti, di, di, мягко, выбери, step, step, boom, ti, di, di, whoop, step, and hop, и отсюда плавно. Ну, наверное, в конце немножко все-таки ускорился. В любом случае, у вас есть возможность отмотать и медленно пройти третью часть. А мы с вами попробуем сейчас все это соединить под музыку. Погнали! Ну все, остался нам финальный раз, как говорится, чтобы все это подытожить. И перед тем, как мы станцуем, во-первых, хотелось бы вам напомнить о важной части в танцах – это практика. И тогда, когда вы не танцуете долго, память из тела выходит, как любой другой навык. Так что танцуйте дома по возможности, выполняйте физические какие-то упражнения, вот, занимайтесь спортом по мере возможности. Старайтесь не наращивать спасательный круг, вот, по мере возможности, да, следить за этим, потому что, конечно, в данных условиях это не так все элементарно делать. Но в любом случае, мы как можем стараемся, спасибо за это модул 357, за эту возможность. Завтра мы все садимся и уже с пропусками, а послезавтра начинаем двигаться, поэтому что? Давайте хороший раз, и относительно хореографии, для данного типа направления танцев очень важно сделать такую вот вещь, поймать атмосферу. Техника – это да, это цоколь, это плацдарм, относительно мы все отталкиваемся, но тогда, когда мы смотрим на здание, мы не видим цоколь, это очень важно, мы видим само здание. И несмотря на то, что без цоколя все развалится, то есть без техники, без базы, без хаоса, паппинга, дэнс-холла, там не знаю еще чего-то, но все-таки мы видим визуальную часть, это внешний фасад, поэтому развивайте фасад – это атмосфера, то, насколько вы можете рассказать, подать историю, как вы ощущаете, какое у вас настроение, когда вы слышите эту музыку, поэтому атмосфера – это тоже очень важная вещь. Давайте крайний раз. Рад был вас видеть. Надеюсь, вы рады были видеть меня. Вот, обращайтесь, если что, будем заниматься. Погнали. И жду, кстати, когда мы возобновим. Я очень сильно надеюсь, что мы скоро возобновим наши классы. Будем заниматься. Погнали. Yeah, you did bad. Look what your mind's about.
let me take away your pain. Give me all of your emotions. Land it like a plane on my back if you can't hold it. Life is but a dream that you manifest it slowly. So fuck a fantasy, this your motherfucking moment. It's your motherfucking moment. It's your motherfucking moment. Спасибо, кто был с нами. Мы увидимся с вами в следующий раз. Cut!